Обстановка легкая, тренировки вдохновляющие. Футболисты «Динамо» Барнаул активно сжигают новогодние калории. 2 месяца без игр плюс праздники, итого пара килограммов сверху нормы. Однако здесь игроки не только чтобы сбросить вес. Футбол – это сочетание разных физических качеств, в том числе и силовая, скажем так, подготовка важна. Это профилактика травм, прежде всего. Это, скажем так, способствует, помимо силовой выносливости, именно работа над силовой выносливостью, потому что надо прыгать, надо бороться, надо иметь достаточно сильный корпус. Кстати, состав команды может измениться. Защитник Антон Петухов уехал на просмотр в московский «Велес». А в «Динамо» хотят попасть защитник Никита Бабич, нападающий Данил Винтер и полузащитник из горно-алтайского «Спартака» Руслан Харахоркин. Пока все игроки сфокусировались на тренировочном процессе. Настрой-то понятно сейчас, он нормальный, но главное подготовиться сейчас. Первый месяц у нас есть, как бы, да, такой втянуться, потом съездить поиграть на турнир в Омск, как бы что-то там. Как бы поправить, что у нас не получалось осенью. И там уже дальше отталкиваться. У «Динамо» есть около месяца, чтобы подготовиться к февральскому турниру в Омске. Для «Барнаула» это возможность обкатать состав и проверить новичков. А уже потом и принимать по ним решение. На газон «Динамо» выйдет в апреле. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.